Дорогие друзья, как ваше настроение? Вам нравится? Уютно? Уютно, хорошо. Тогда сегодня принимаются все поздравления, любые, хотите музыкальные, хотите просто добрые пожелания магазину. Все это сегодня принимается в течение дня. А сейчас я предоставляю слово руководителю исполнительного комитета Ильясу Исмагиловичу Гузаирову. Добрый день, уважаемые павлинцы, гости сегодняшнего праздника. Действительно, можно сказать, что это праздник, потому что мы в этом году, в 2017 году, открываем первый объект, можно сказать, действительно шикарный, уютный, прекрасный, как сама хозяйка Наталья. Мы никогда не можем отказаться от ее услуг, потому что все мероприятия в городе Врань, которые проходят, мы всегда чествуем ее, как сказать, букетами. Поэтому вам успехов, удачи, главное вам крепкого здоровья. И чтобы вот это помещение было всегда вот как минимум, чтобы было столько людей, покупателей, чтобы ваш бизнес, он всегда процветал, чтобы вы могли еще расширяться, переходить на какие-то другие уровни. Но хочу сказать, что вот пока, как говорится, мы здесь стояли, я посмотрел, действительно, магазин городского, большого городского уровня, поэтому молодцы, что вы, как говорится, это смогли сделать, потому что, ну, все, наверное, понимают, каких этих усилий и финансовых, и других возможностей нужно было, и кредитов, наверное, нужно было, как говорится, взять, чтобы вы скорее окупились и начали уже работать. Удачи, успехов вам! Спасибо большое!